Ребята, всем привет, добро пожаловать на мой канал. Сегодня разберем, как узнать, менялась ли батарея на iPhone, не разбирая само устройство. Это видео будет полезное для людей, которые покупают или уже купили БУ iPhone. Буду благодарен, если подпишетесь на мой канал, зацените видео лайком. Ну что ж, если вы готовы, тогда погнали. Итак, для начала нужно сказать первое. Аккумулятор на iPhone, как и все перезаряжаемые источники питания, является расходным материалом. Но почему-то в одних пользователей батарея iPhone может работать 7-8 лет, а в других прекращает работать через полгода после покупки iPhone. Все дело в том, как обращались с iPhone, как его заряжали, не падал ли он, не был ли он затоплен и так дальше. Поэтому пользователи iPhone, батарея в которых выжила свой ресурс, стараются ее заменить, в том числе сэкономить и не всегда используют оригинальную батарею. Визуально и без разборки самого устройства определить, менялась ли батарея на iPhone, практически нереально. Но сегодня я вам покажу несколько простых советов, с помощью которых вы сможете узнать, менялась ли батарея на iPhone. Начиная с iOS 8 на iPhone появилась возможность посмотреть подробную статистику расхода батареи каждым отдельно взятым приложением на iPhone. Эту информацию собирает отдельный чип, который установлен на батарее. Этот чип довольно дорогостоящий, поэтому производители поддельных батарей для iPhone его не устанавливают для максимального удешевления аккумулятора. А как же узнать, менялась ли батарея на iPhone? Итак, первая фишка, с помощью которой вы можете определить, менялась ли батарея на iPhone. Для этого заходим в настройки, ищем раздел аккумулятор. Здесь переходим в раздел состояния аккумулятора. И если вы видите следующее сообщение, пиковая производительность. Сейчас аккумулятор поддерживает нормальную пиковую производительность. Это значит, что ваш iPhone не потребует замены аккумулятора. И даже если аккумулятор на iPhone менялся, тогда используется качественный или оригинальный аккумулятор на iPhone. В таком случае беспокоиться вам не за что. Но если вы зайдете в настройки аккумулятор, состояние аккумулятора и увидите следующее сообщение. Не удалось определить состояние аккумулятора на этом iPhone. Авторизованный поставщик услуг Apple может провести сервисное обслуживание аккумулятора. В таком случае, ребята, на этом устройстве батарея менялась, причем качество батареи желает быть лучше. Я рекомендую сразу же обратиться в сервисный центр и заменить батарею на iPhone для того, чтобы не повредить само устройство. И следующая фишка, с помощью которой вы можете определить, менялась ли батарея на iPhone. Для этого заходим в аккумулятор, состояние аккумулятора и смотрим максимальную емкость. Если вы покупаете уже поддержанный iPhone, а индикация показывает 100%, значит на этом устройстве батарея уже менялась. Аналогично, у нового iPhone не может быть состояние батареи меньше 90% от номинальной емкости. Ребята, таким образом сегодня мы разобрались, как, не разбирая само устройство, определить, менялась ли батарея на iPhone. Я надеюсь, что это видео было для вас полезным. Обязательно подписываемся на мой канал, нажимаем на колокольчик, зацениваем видео лайком. Если у вас есть вопросы, пишите в комментариях, постараюсь помочь. Всем желаю удачи и пока-пока!